Все, мы уже дома. Сегодня приехали, скупились. Софийка денежки, которые подарили на день рождения, она там хотя и то, и то, и то себе купить. Модничает. Не, а этот. Я не знаю даже, показывать вам, не показывать. Вы же как пишете плохое. Ну, девочки, ну, у каждого свой вкус. Ну, я ж вам не навязываю, можно как вам. Сейчас, да, помой. Только ты, нет, сними ее, да, помой, а потом за меня там пишите. Вам костюм там то нравится, то не нравится, одежда не полнит. Нет, есть одежда, которая полнит, есть, которая не полнит. Худеть, не худеть. Давайте каждый будет решать сам, девочки. Кому худеть, кому не худеть. Там пишут, я сильно поправилась. Девочки, я вот в этом году будет 5 лет, как веду канал. У меня одежда, которую я и 5 лет носила, и сейчас ношу. Я вам показывала, я меряла свои вот эти оранжевые брюки с той кофтой леопардовой. Вы сказали, рассоединить. Так этот костюм я покупала еще у Ани. Последний звонок был. Я его надевала. Да, вот. У Кани на последний звонок. У меня есть фотография. Ну вот какая я была. Вот у меня вес в одной паре. Плюс-минус 2-3 килограмма. Бывает, играет. Бывает, девочки, бывает. Давайте не будем. Кто как выглядит. Я считаю, ну... Я не хочу сильно худеть, девочки. Если будешь худеть, сразу будет лицо стареть. Вот. Чудесный ремень, да? Угу. Я себе джинсы купила. Взяла одни джинсы, девочки, померила. Вроде нормально. Мы уже расплатились. И потом вернулись. Я говорю, давай еще походим, не спеша. Уже все то, что мы выбрали, заплатили. Все. Оно же бывает тревога, и тогда надо покинуть магазин. Вот. Нахожу другие, рядом там чуть-чуть висели, перемерила намного лучше. Такие одни сдала, другие взяла, они немножко тоньше, на лето, более модели современнее, чем мои, как Аня сказала, мои уже не модные такие. Хотя смотрю, девчонки тоже ходят в таких. Вот надо, чтобы было удобно. Так, по поводу этого костюма, девочки, сейчас. Вот я в нем походила сегодня, девочки, я очень им довольна. Мне в нем очень комфортно. Могу сказать, на улице сегодня была жара. Мне было в нем не жарко, потому что это, девочки, хлоп. Ну, катунчик. Хлопок, катун. Вот. Тут немножечко есть вот это эластанчика. Ну, по-моему, тут 85% катун. Очень хорошо. Не знаю, мне прям... Я довольна. Красота. Сейчас пиджак свой белый достану. Белый пиджак купила. Класс, да, мама? Ну, пиджак вы видели уже. Где он? Под этот костюм я вам показывала, взяла себе футболочку белую менять. Еще хочу там взять футболку, но то, что мне хотелось, не было. Пиджак взяла в LC Вайкики. А мне сейчас можно шить, да? Сейчас, подожди, я покажусь. Не знаю, не сильно я там засвечена. Смотрите, какой. Только рукава надо расстегнуть. Можно было бы покороче пиджачок, а можно и так. Можно и так. И не надо сильно коротко. Вот. Можно подвернуть рукавчик. Прохладненько накину. Смотрите, так, с рукавом. Вот. Беленькие кроссовочки, вот вам все, образ. Белую футболку, можно не белую. Вот белый одел, все сразу освежает, девчата. Да, хорошо. Хотела я себе такой, именно чисто белый. Он, кстати, еще даже на мне застегнулся. Я даже не пробовала, я так накинула, мне надо, я не застегиваю. Так вот, накидываю и хожу. Красиво. Ну, гляньте, как хорошо. Красиво? Да. Ну, может, если бы короче был. Нет, вот хорошо, длинный, модный. Нет, хорошо, пусть будет вот так. За, ну, нормально.
Цена хорошая, я вам, по-моему, показывала цену, да, там по скидке. 700-750 гривен. Чего не брать? Волосы Вайкики, турецкие, качество хорошее. И платье вам показала. Размер XL. Что там на меня наговариваете? XL, иди. Или тебя снять, или давай. Ты сама покажешь. Давайте я сниму, что ли. Давай. Ну давай, теперь София нам моду покажет. Ой, София много себе чего купила. Я купила, мне кажется, больше всех. Короче. Так, София, как мне сделать так, чтобы поярче было? Это... Лонг, да? Лонг, футболка, да. Да. Просто поэтому. Не могла его взять, он мне просто понравился. Ну да, я смотрю, много сейчас такой одежды с вот этими мишками. Ну, мишка мне, ну, нормально. Я еще потом хочу такой, только с другим бинтом. И все. Мне просто нравятся вот эти рукавчики, они так прикольно смотрятся. Потом джинсики. Не могла не взять джинсики. Это же сейчас модно, получается. Мама, все такое прошивка с белыми. Она хотела черные. Давай вот так стану. О, так лучше давай. Видно. Прошивается ну, тут, белыми нитками прошито. Типа кармашек, а здесь вот такая какая-то штука. Угу. И, ну, да, не могла не взять. Мне не очень нравятся. И они такие, как я вот, как видите, люблю такую форму. Вот так. Ну, это только было начало. Я могу под эти джинсы мерить разный образ вверх. У меня же вверх разные футболочки. Сейчас покажу вам футболку, которая будет под эти джинсы просто обалденно сейчас. Так, пока София переодевается, я вам еще покажу. Под этот костюм я подобрала вот такой вот образ. Вот такой, девочки, пиджак. Очень приятный. Очень приятный, девочки, по качеству. Он очень напоминает вот этот костюм качества. Такой вот. Как вам? Лампу София включила. Вот так вот. Как вам? Хорошо, да? Вот прохладно. Летом там или весной. Были. Я же хотела белый взять, но белого не было, девочки. Был серый цвет, я померила, ну вообще никак, серо мне никак. Потом был ярко-розовый, но я его даже не померила, я вот померила голубой, и мне он очень понравился. И я решила, пусть будет голубой. Такой. Сюда можно и маечку, и белую, да, футболочку. Да, вот оно под все. И будет идеально вообще. У меня есть голубенькие эти кроссовочки. Мне тетя дарила, Женя на тете. Вот вообще, я могу подойти, да, это футболка еще одна, но это не та, которая, за которую вам говорю, но она тоже классная. Здесь это, ну, принято аниме, но она классная. Она, и она под джинсы сюда тоже хорошо. Под кроссовки очень хорошо. Вообще, скупилась. Аниме. Картину не дорисовала аниме еще. Но все равно. А еще ж кофту ты сегодня забрала. Кстати, да, я там девочке на Инстаграме заказывала, ну, одежду заказывала. Под эти джинсы. Да, она вообще вот а джинсы. Ноги померяй. Сейчас я померяю и заказываю. Сегодня только забрала. Я, в общем, вот такой вот у меня образ. По поводу вот этого костюма. Вы мне писали, мне красиво в голубом. Девочки, я ж видео смотрела. Да, мне голубой идет цвет. Не знаю, почему я раньше его так не носила. Но мне в том костюме в голубом, знаете, на кого я была похожа? Вот я на себя смотрю, как будто я доктор. Хирург, иду в операционную делать операцию. Вот такие широкие штаны, вот эта кофта. Все, доктор. Доктор и все. Доктор? А это София сказала, я офисный работник. Я говорю, что офисный работник? Ну, просто... не в офисе, вот это пиджачок так одевают. Ну, он такой, он, девочки, трикотажный, мягенький. Это тоже Элси Вайкики. Ярко-розовые есть. Бежевые, были кремовые. Я кремовый сначала мерила. Как-то вот, ну вот, я что-то сразу взяла такой, не кремовый, как вот кофе с молоком, да, вот да. Такой цвет. Ну, я одела никак. Одела ну, голубой, все. Очень, девочки, хороший. Можно показать? Волосы Вайкики брали? Нет, в Нью-Йорке. А, это в Нью-Йоркере я брала. Можно идти, да? Ну, вот. Кофточка, которую я заказываю. Ну, это типа свитер. Вот. Да, свитер. Тёпленький. Тоже аниме. Аниме. Мне нравится. Вот здесь вот сбоку принц, тут иероглифы. Да, и вот девочка. Ой, вообще, красотки вот эти. Ну, вот эти джинсы, ну, прям вообще. Ну, я прям пушка.
У меня еще там много всего, давайте мерить, а то меня не втерпешь. Не втерпешь. Ну, вообще. Так что, не знаю, мне понравилось качество. Он такой мягенький, легенький. Накинул прохладный пошел. Вот эта футболка, которая мне очень нравится, но впереди она такая, сзади там блин другой. Вот. Тебе снова скелет. Один скелет, второй скелет, ну, да? Ну да, но мне понравилось очень, поэтому и сюда она хорошо смотрится. Вообще... Ну длинноватая сильно, но это такая прям Софи длинная. Ну прям модно. Да было на размерчик меньше взять. Да? Угу. Ну ладно, вам стильно. Все так ходят, и я же тоже. Сейчас, до следующего. Так, еще одна футболочка я взяла. Вот смотрите, вот продается. Это LC? Нью-Йоркер. Нью-Йоркер, подойди. Все, девочки, варите с крестами. Вот сейчас мода такая, видите, кресты. Вы же что думаете, что я купила себе чокер? У меня тоже все с крестами. Ну, модно сейчас так. Как кресты там. Кресты там, да. Но она мне понравилась. Я хотела только, правда, черную взять, но черная размера не была. Я хотела, чтобы... Там был, ну, XXS, но она маленькая. Ну, и вот тоже под эти джинсы, смотрите, меняется верх, а сколько разных образов сразу. Короче. Каждый день можно. Ну, сзади она, ну, обычная. Ну. А так, ну, прикольно. Мне нравится. Но это не конец. А, я сейчас под эту футболку другие штаны померяю. Да, давай. Давай. Вот штаны, которые мне понравились. Ну, просто черные, по бокам с такими полосочками. Вот здесь они на шнурках, на кончиках, на... Внизу на резинках внизу, тоже. Ну да, тоже затягиваются. В принципе, хорошенькие, очень удобные, и они такие, такая, ну, плащевка, да? Хотя они не так шелестят, но такие, на лето вообще их будет не чувствоваться. Так, ну, сейчас я сделаю еще разные тоже варианты футболок. Ну и вот, те же самые штаны, просто меняется футболка, и сразу как, да, по-другому. Хорошо, сюда да, и под кроссовки, аниме вообще футболочка классная. Я зашла в LC Waikiki. Я, ну как, я LC Waikiki люблю, но мне, я там редко беру одежду, ну, немного не мой стиль, так, там, такое. А тут я захожу и вижу эту футболку, но я не могла ее не взять, ну вы сами понимаете, да? А там не было черное с белым, не? Ну тебе в беленькой хорошо, освежает. Там была белая, только принт аниме был голубой, ну... Она тоже была прикольная, она там вот так типа стояла, но я решила взять эту. Ну тоже хорошо. Только не носи по дому их, ты потом берешь... Нет, я не буду ее носить по дому. Ты нет. Часто так вот футболки по дому испортила очень много. Не носи, у тебя есть для дома, есть домашняя одежда. Я же не хожу в домашней одежде по улице. Ходишь? Нет. Я шучу. Я не хожу. Так, давайте, а футболку, да, другую тоже? Да, еще, да. А, ну, да, ну, в принципе, мы же видели те уже все футболки, да. Так, а, штанишки такие хорошие. Они. Ой, приятная ткань. Ну, я же говорю, да. Ну, не плащевка. Не-не-не, не очень понимаю, хорошо. Я же там выложила. Спортивные такие штанишки. Вот. Я хочу под эту сейчас футболку померить юбку теннисную. Тех у меня две. Я взяла. Я сначала померила, ну, я ехала только за одной юбкой. Я зашла в Голд, купила черную. Мне понравилось все. И тут я захожу в Нью-Йорке, и там куча этих. Белые, но там но юбки без белые. Шортиков. Но да, в Нью-Йорке юбки без шорт. Но все равно, она очень красивая. Ну давай, меряй уже. Мы готовы на этот последний звонок. Да, ну, если бы он был. Будет онлайн. Я меряю под гольфики, ну, чтобы было красиво. И сюда тоже идут кроссовки. Они вообще идут везде. Ну вообще... Ну, да, вот, ну вот, например, футболка под юбку девочки. Вот мне, например, не нравится. Хотя все сейчас так носят. Сейчас, подожди, камера идёт. Ну, все так носят. Ну, я знаю, все так носят. Ну, знаешь, футболка как-то не очень белая. Юбка прям белоснежная. Футболка получается как сероватая. Они, вот есть белоснежные. Вот если бы ты одела вот эту футболочку, знаешь, какую, беленькую, вот этот топик будет красивый. Нет, знаешь, что будет красиво. Еще даже лом, который черный с рукавами, тоже сюда. Да. Не, с Мишкой? Да. Да, не, с Мишкой, ну, вообще не то. Не-не-не, ну, Мишка там... сюда не идет. Мишка не идет. Сейчас меня снова зафукают за гольфики. Да, нормальные гольфики. Тяшу, мы тоже ходили в гольфиках. Вот ходила бы она в школу, сейчас бы все ходили. А зачем ты выше колен их натянула? А они так натягиваются, даже по фотке глянь. Да? А ну опусти одну ниже колен. Зачем? Ну, мне не очень чудесно. Мам, они тогда вот этот,
сеточка так скуёживается некрасиво. Да, ну не знаю. Ну вот, вот под футболку вот мне не нравится. Давай сейчас другое что-нибудь померяем. Давай что-нибудь другое. Вот я вам сразу скажу, когда вот вы пишете, например, там, вот как я говорю, мне не нравится там все, ну не нравится, не нравится. Но когда начинают оскорблять, переходить как бы рамки всех границ, не, девочки, то я всех, которые оскорбляли Софию, я всех блокировала, я буду блокировать. Тот, кто оскорбляет, пишет гадости. Если не нравится, вот я говорю, мне не нравится там. Ладно, я на это не обращаю внимания. Я такие комментарии пропускаю всегда. А если кто уже на личности, ну как не на личности, ну в общем в грубой форме пишут, всех бам. Есть там такие умницы. А я не так, что-то красиво вот это. Ну да, прикольно. Да, прям очень. Угу. Только она так пониже. Ну такая юбка ж тонкая. Ой, только не с серыми, с белыми. Мама, ну... Ты просто одела, да? Да. А, ну, мне так больше нравится. Хорошо. Ну да, другую юбку сейчас поменяю. Так, девочки, белую футболку купила к этим штанишкам. Как? Такая вот широкая футболка. Просто чисто белая. Нормально, да? У меня еще кое-что есть, сейчас померяю вам, покажу. Ты на паузе? Нет. А, да. А, нет. Не на паузе. Не на паузе, девочки. Вот под этот пиджак тоже хорошо, да? Вот образ. Видите, какой универсальный костюм я себе купила. Футболку купил. И уже все, и красотка. Ходишь такая. Ну хорошо, девочки, хорошо. Просто чудесно. Пиджак такой тоже трикотажный, легенький. Очень такой мягенький. Тут на цепочечке. Прям вообще я в него влюбилась. Это мы брали в Нью-Йоркере тоже. 1000 гривен, девочки. 999. Такой вот. Хороший, да? Сейчас джинсы померяю. Вот и все. Хорошо. Все. Красиво. Ты все уже перемеряла? Нет. Тебе показывать? Все. Красота. Все красиво. Красиво. Это вот под черную теннисную юбку. По-моему, сюда эта футболка лучше. Сюда лучше. Под белую не подходит. Ну, вот. Вот и просто юбочка. Внизу, видите, как сейчас под юбочками делают шортики, чтобы... Ну, есть, они выглядывают, есть короче, которых не мне видно. Мне нравится, когда... Ну, а София хотела вот так, чтобы беленькое было. Ну, вообще чудесно. Ну, удобно. Хорошо. Все, у тебя юбка серая, белая, серая, черная. Белая, все, черная. Надо, чтобы 1 сентября дети все пошли в школу. Да? Угу. Все? Двое штанов, 3 футболки, чудесно вообще. Ты все показала уже? Ну да, наверное. Больше ничего нету, да? Нет. Не выламывай ноги, только носки серенькие. Ты просто, ага, надо беленькие. Хорошо, ну иди сюда юбочку нам. Нравится? Покажи юбочку ближе. Юбочку. Юбку покупали в Голде. Тоже такое качество хорошее. И шортики. Все хэбэшечка. Не жарко будет. И вот такие я купила себе джинсы. Голубенькие. Ну, такие светленькие на лето. Широкие. Но не от бедра. Если отсюда прям как вот идут, мне не очень. Мне надо, чтобы вот тут они были такие вот не стрейчевые, девчонки.
Ну, мне надо, чтобы тут было вот так, тогда мне красиво. Вот. Такие брючки. На лето. Хорошо. Да и не только на лето, да? Померяю. Мне уже начала раздеваться, думаю, а чего ж я как София не померила? Смотрите, прохладно. Накидываем вот этот пиджак. Да? Накинули, все поправили. Она под джинсы. Вообще, София, посмотри, как классно. Да? Да. Я на себя ходила, смотрела. Девчонки, вообще. Хорошо, что я розовый не брала. Ну, знаете, и розовый красивый. Я представляю. Я вот у платья смотрела, вам показывала розовое. Но я его даже не мерила, оно бы в груди было маловатое. Вот. А вот брюнеткой, голубой с белым, правда, вот это все освежает. Черное, конечно, оно сливается, но мы будем разбавлять. Я хотела сегодня красной помадой накрасить губы. Думаю, у меня на сумке ремень красный. А оказалось, я помаду эту свою любимую забыла дома. Классно? Хорошо это? Тебе, да. Вообще, да? Угу. Офигенно, мне нравится. Микки уже кублится на новых вещах. Дальше делать. Ой, освежает, мне прям нравится. Не хирург, я не хирург в этом наряде. И дальше. А ну, беленький. Для разнообразия. Наверное, футболку надо голубую, да? Сюда. А то сейчас это все сольется. Да и не сольется, да? А ну, Софик. А ну. Нет, хорошо. Хорошо? Да. Белый котон, вы сейчас пойду гляну, девочки, смотри, ты там сидишь, тебя идет. И что? Ну, я знаю. Ой, хорошо. А где вот эта футболка голубая с розовым? Голубая с розовым. Я не знаю. Я ее покупала себе, потом ты мне ее забрала. Потом я снова у тебя ее забрала. Я не знаю, это у меня. Ну, неплохо, да, девчонки? Я такая радая. Джинсы очень удобные. Сейчас саду посижу. Вообще класс. Ой. Модная буду. А то что ж я хожу в джинсах, которым сколько лет? Боже, много. Вот я хотела голубую футболку. Ну, сюда можно и любую. Любую, девочки. Так что у меня два пиджака, три. Раз, два и черный. Идите, покупайте. В магазинах людей очень много. Вот мне пишут, одно на уме одежда и пожрать, одежда и пожрать. Вот вы когда садитесь жрать, вы вспоминаете сразу свой комментарий. Вот сколько раз садитесь, столько и вспоминайте то, что вы людям написали. Или вы не ходите в магазин, да полно людей в кафе сидят, одежду покупают, все шопятся, девочки. Не знаю. Ничего не знаю. Я голубая футболка. Смотри, смотри, тебя что? Мам, ну я знаю. А где твои футболки голубые? Я не помню, я там перебирала, я, по-моему, на дно убрала. Куда на дно? В самую даль. В самую даль? Ну да. О, я ее нашла. Сейчас, подожди. Софья, можешь что-нибудь рассказать? Хорошо, я им расскажу. Ты рада? Ну да, очень. Все, тебе одежду больше не покупаю в этом году, на лето. А, я думала вообще. Да не, ну уже купи. А ну как? Хорошо. А ну вот, голубенькая футболочка, ту, которую я покупала себе в том году, где мы ее покупали? В Харькове. Ты мне ее забрала, еще девочки говорили, Наташа, София, отдай маме. Как он называется? Мегасейл. Мегасейли. Качество обалденное. Видите, как голубенькая. Так мне больше нравится. Потому что с белым оно слилось. Ой, вам сегодня моды наснимала. Ну а шо? Новости хотела вам поснимать. Какое, что было, что происходило. А потом думаю, да нет, я не знаю, как-то вот эта надпись. Ну, в принципе, неплохо. Неплохо. Все.
Хорошо. Пошла. Все, я пошла. В общем, смотрите, девочки, купила один костюм, и у меня получился как набор капсульный. Белое, черное, голубое, голубое, белое. И все между собой очень хорошо сочетается. Под джинсы можно и черную футболку вот это с костюма носить, белая футболка. Под те штанишки можно и белую, прохладно, вот пиджак белый, черный, голубой. Вот капсула у нас получилась какая. Всего лишь два цвета. Три. Черный, белый, голубой. Идеально все. Микки, а ну текай, мама. Новая футболка. Уже тут играешь мне мячом. Ой, глаза зеленые, ляньте какие. Все. Так что вот такие. У меня покупки Софийны вещи я раскладывать не буду, потому что, ну, вы уже сами вы это видели, конечно, вот. Джинсы я покупала. Где София? В Нью-Йоркере. Вот такие вот джинсы. Кто, девочки, может, тоже хочет себе вот такие. Размер вот 33-32. 33-32. Не стрейч. Не знаю, что это за... Такие вот джинсы. Светленькие. Они не плотные. Перед этим, которые я сдала, они были прям плотные. А эти такие тоненькие. Вот. Футболочка Волсивой Кики, да? Нет, Нью-Йоркер, да? Нью-Йоркер. Да, Нью-Йоркер. Размер. Это не размер. Я не вижу. XXL, да? Да, XXL. Цена. А что, футболка стоила 319. Отличная цена вообще. Я даже не смотрела. Этот был по акции. Вообще тоже 729, стоил 900, да. Потом вот этот пиджачок, девочки, он вот так вот, как видите, как немножечко в рубчик. Сейчас не помню, я не помню, почем оно все стоило, наверное, 1000 тоже. 1000, да, 999, 1000. Вот. Такой. И этот тоже, по-моему, 1000 стоит. Тоже 999. Но тут чуть-чуть другое качество. Тоже хбшечка. Хорошая. Очень хорошо. Все. Я довольна. А я с вами на сегодня тогда прощаюсь, девочки. Можете высказывать, писать свое мнение, только без оскорблений. Вот, пожалуйста, Софи, мне не оскорбляйте. А мы тогда с вами встретимся завтра. Вот. Кто хочет такое платье, я вам показывала. В Волсивой Кики много разных цветов. Есть со скидками, прям хорошими. У меня оно немножко, девочки, как бы стрейч есть. А которые без стрейча были, они вообще еще длина, сами по себе длиннее. Уже телефон говорит пока. Так что, кто хочет, по квартире ходить очень удобно. Легко. Тело дышит, не жарко. И как бы, если вдруг кто-то пришел к вам в гости, у вас всегда вы, ну, вот, хорошо выглядите. Все. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока. Берегите себя. Жизнь непредсказуемая. Живем и радуемся каждому дню, каждому моменту и каждой секундочке. Все. И благодарим Боженьку за каждый прожитый день. Проснулись утром и благодарите. Все. Всем пока. Люблю.